Как построить здоровые отношения, избежать конфликтов и не потерять доверие? Более 70 молодых людей приняли участие в интенсиве «Искусство быть рядом». 8 тренингов за неделю, прямые эфиры на тему общения в паре. Екатерина Петровичева узнала секреты. Женщины уходят от звезд Голливуда, спортсменов, богатейших людей этого мира. Групповой аналитический тренинг. В Центре психолого-педагогической поддержки молодежи помогают строить здоровые отношения. Самые интересные вопросы разбирают в рамках открытой дискуссии. Наша задача как психологов, чтобы молодые люди были более осознанными, более просвещенными в плане психологии отношений и могли эти знания применять и, соответственно, строить более здоровые отношения. Эксперты вместе с участниками обсуждали здоровые границы, эмоциональную близость и детские паттерны. Говорили о чувстве вины, любовной драме и романтических отношениях на киноэкранах. В этом году, как мне кажется, многие пришли именно с мотивом таким поисследовать свои отношения и как-то попытаться сравнить их с вот этим вот понятием «здоровые отношения», которые мы заявили, и понять, что для меня такое здоровое отношение, как я могу их построить. Тренинги и индивидуальные консультации – возможность посмотреть на свою жизнь под другим углом, сменить негативное отношение на позитивное. Больше это про принятие. Если раньше это уходило больше в конфликт и, наоборот, отстранение других людей, потому что я их не понимала, то сейчас больше понимаю и принимаю их такими, какими они есть. Это здорово. Обратиться за психологической помощью в центр могут все желающие от 14 до 35 лет абсолютно бесплатно. Екатерина Петровичева, Даниил Колпаков, Новости ОТС.